ошибки Драгвича во второй раз. Отряд пропал без вести в Лаосе. Считай убит. Куратор Хансон был вынужден продолжить поиски новой жизни без тебя. Он отправился к Ямантау, колыбели судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операций прямо перед смертью. И там Хадсон встретил Фридриха Штайнера, нацистского ученого, создавшего первую партию Новый 6 для Драговича. Там Хадсон и узнал про цифры. Тайный код. Я был там, Мейсон. Я был на базе Ямантау. Боже мой. Цифры существуют. Конечно, существуют, Мейсон. Это не игра. Нас уничтожат, если ты не поможешь. Где станция связи? Всем привет, с вами Красный Скорпион, и я продолжаю прохождение игры Call of Duty Black Ops, и у нас на очереди уже 11-я боевая миссия под названием ОМП, что переводится как оружие массового поражения, ну, расшифровывается, ибо это аббревиатура. Так, Blackbird на задании. Я знаю, что это за самолет. Здесь играет музыка из мультиплеера игры. Майор Нэтч. Ну что, погнали? Конечно, кабина не очень удобная. Кэт, это Бигай 6, разрешите взлет. Бигай 6, занимайте четвертую полосу. Кэт, подтвердите заправку у KC-135 в секторе Браво 6-9. Принято, Бигай 6. Заправщик встретит вас в секторе. Бигай 6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Так, запускаю двигатели. Кэт, начинаю взлет. Разбег. Понял вас, Бигай. Отрыв подтверждаю. Подъем, отрыв. И... Так, взлет начинается. Убрать шасси. Шасси убрано. Кэт, отобегаем в воздухе. Как интересно, Blackbird на такой огромной высоте летает. Почти что в космосе. Ну, по крайней мере, вид такой. Используйте индикатор цели, чтобы найти кило один на радаре. Так, видим наш отряд. Есть, вижу их. Кило один, это Бигай 6. Вижу вас на радаре. Понял вас, Бигай 6. У нас видимость 0. Наводите на ретранслятор. Кило, смещайтесь на восток. На дороге автомобили, будьте осторожней. Цель обозначена. Техника противника на дороге. Прием. Убрать группу с дороги. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь. Вперед в здание. Давайте, давайте, парни, быстрее. Пока вас не заметили. Все. Вроде бы готово. Так, стоп. Противник остановился у дома. Ага. Пехота противника. Уничтожьте ее. Он заходит. Еще один. Готовы. Цель зачищена. Кило один, на дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Так, отлично. Мы скоро, бегай. Видим две цели. Устранить. Принято. Атакуем. Отлично, цели уничтожены. Отправляйтесь к казарме. Первая цель внутри. Так. Машины проехали, можете идти. Приближается. Тихо. Кило, тормозите. Держим позицию. Принято, кило один. Вас не видно. Не шевелитесь, кило один. Они рядом.
Кило один. Все чисто. Готово. Вражеский отряд покинул зону видимости. Так, внутри казармы видно множество целей. Мы над казармой. Внутри несколько целей. Кило один. Пойти и зачистить. Понял вас, бегай. Он ранен. Так, это наши. Да я его накрыл. Да ты бьёшь. Много целей. Извиняюсь. Держи в поле зрения. Противник уничтожен. Понял. Легко. Готов. Он у меня на мушке. Кстати, на вооружении у Хадсона есть АУК, который только в 1977 был разработан. Так, все противники уничтожены. Так, секундочку. Для начала нужно проверить данное помещение на предмет вражеских разведданных. Вот и они. Так, закладываем заряд. Интересно. Так, всем отойти. Отлично. Внутренняя связь выведена из строя. Связь база отключена. Накрыта. Идем к следующей цели. Принято, кило один. Кило, следуйте на север. Вперед по дороге, отряд. Впереди вышка. Кило один на подходе пехота противника. Шесть человек минимум. Слишком много. Укрытие и не высовывайтесь. Джейсон Хадсон возглавлял атаку на Ямантау. Да. 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей среде. И они. Всем лежать. Ждем. Ждем. Так, тихо. Никому не двигаться. Отряд прямо перед нами. Кстати, у советского спецназа на вооружении ФАМАС, который также был разработан, ну, в данной модификации это F1 Felin, только в 1990 году. То есть это вообще за 22 года. На подходе что вообще противник. Невозможно. Сторожку, быстро! Так, поднимаемся. Нужно продвигаться дальше. Поехали. Стоп. Лежать. Лежим. Противник и собака покинули наш сектор. Чисто. Бегай. Это кило один. Вы нас видите? Видим, кило один. Видимость улучшилась. Начинаем операцию. Выходим к подстанции. Поиск. Четыре бойца входят в постройку. Прием. Принято, бегай. Мы входим. Так. Цепляемся. Идем на спуск. Силовые реле под нами. Четыре цели. Так, равномерно. Пошли. Так, еще раз. Так, помещение прямо под нами. Готов? Жду только тебя. Ну, АУК с одной руки, это вообще шедеврально. Тревога! Нас атакуют! А здесь точно такой же АУК, как и у нас. Бегай, это кило один. Мы взяли подстанцию.
Вас понял. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите. Но вы бы лучше труп получше спрятали. Основная часть комплекса находится. Так ему заметят. Да хотя, судя по всему, мы здесь уже всех уничтожили. В качестве оружия есть, то не там. Как только мы отключим связь, они поймут, что дело пахнет керосином. Придется двигаться быстро, пока они не уничтожили данные. Всем быть начеку. Отряд, продвигаемся дальше. У нас мало времени. Есть один. Так, вижу двоих на дороге. Поехали, я беру левого, ты правого. Это Кило-1, подходим к цели. Принято, бегай. Мы входим. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Принято. Принято, бегай. Гадсон, нужно провернуть все по-тихому. Используй арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Еще один у опоры. Так. Так, пошли. Первый готов. Так, отлично. Так, еще двое у грузовика. Готовы. Идем дальше. Один наверху постройки. Еще один у двери. Так, один готов. Сейчас этот зайдет за машину. Снят. Так, тихо. Обхожу по дороге. Там еще один в гараже. Готов. Осталось нейтрализовать последнего у двери. Так, их там двое. Сейчас мы подойдем поближе. Готовы. Следуем дальше. Последний. Последний противник нейтрализован. Две цели вошли в генераторную. Принято, бегай. Стреляй по петлям. Принято. Я вижу. Хорошая работа, Кило-1. Вы держите периметр. Внимание, через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Принято. Группа заняла позицию у окна. Мы на позиции. Мы заняли позицию у двери. Мы готовы. Он у меня прицел. Вот поле зрения. Вот он и. Цель поражена. Смерть подтверждена. Санитар, сюда. Так, еще внизу. Противник уничтожен. Вас понял. Противники выходят из нижнего коридора. Я подражаю. Противники в нижнем секторе уничтожены. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Смотри, куда стреляешь! Так, извини. Немного промахнулся. Так, берем вражеские разведданные. Сведения получены. Меняют стрелять! Да я его накрыл! Так, еще спецназовцы внизу. Бросаю гранату. Граната! Держи поле зрения! Прикрытие! Цель поражена! Так, готов.
спускаюсь вниз. Цели наверху, на верхней платформе. Готов. Еще противники на верхней стойке. Все противники нейтрализованы. Сейчас. Так, электрика вызывали. Сейчас мы быстренько все поправим. Все. Нет электричества, нет проблем. Выход радара из строя. Прием. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Принято, идем. Черт! Да я бегу, бегу. Минус один боец из нашего отряда. Так, все, мы на утесе. Поехали вниз. Так, парашют. Так, вот и цели. Черт, они зачищают территорию. Вперед! Так, надо убить одного, пока второй не видит. Так, они выходят из машины. Вас понял. Бежим. Вас понял. Вас понял. Я нужен доктор. Понятно. Давай, давай. Я побежаю. Вот, побежаю. Цель уничтожена. Красиво сработал. Вот он. Готов. Он у меня на пушке. Пулемет на вышке. Так, идем, бежим. Так, все, мы у здания. Пулемет снаружи. Тихо. Меня опять сквозь стену стреляют. Еще один убежал. Так, у меня больше нет боевых гранат. Черт. Готов. Не шевелись. Хадсон, видишь эти провода? Да, идут по всему комплексу. Вижу. Тут все взорвать. Быстрее, парни, у нас мало времени. Да. Я знаю, что у нас мало времени, но мне еще надо вражеские разведданные найти. Вот они. Так, все, поехали внутрь. Штайнер не здесь. Закрывается! Что это? Это Фридрих Штайнер. Он глушит наши рации. Он знал, что мы здесь.
Эта камера, он видит нас. Драгович решил похоронить все и всех причастных к проекту Нова. Уверен, я следующий. Что тебе нужно? Цели по Соединенным Штатам. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска Новый 6. Боевой Новый 6. Передача цифр. Что она означает? Я расскажу вам все в обмен на безопасность. Я на острове Возрождения в Аральском море. Выбор за вами. Сейчас. Так, противники входят через дверь ангара. У нас 3 минуты. Скоро его не будет. Сейчас все рванет. Легко. Антоник, направляйся. Контакт погашен. Принято. Вот они. Цель уничтожена. Я вас понял. Так, готов. Чуть не поймал меня на перезарядке. Так. Господи, каким образом вы стоите впереди и одновременно позади противников? Вернее, как противники так стоят вокруг вас? Так, они за бочками. Так, я за пулемет. Я за пулемет. Вывези нас отсюда. Придется замкнуть провода зажигания. Всего минуту. Давай, проклятая железяка. Проклятая кулебяка? Так ГАЗ-66 называешь? Ну да, заводится не всегда с первого раза. Так, а у нас, кажется, проблема посерьезней. Закрыла всю базу. Но Хадсон и Уивер сумели выбраться живыми. Вы почти спаслись, Мейсон. Драгович создал оружие. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Если не хочешь пропустить новые видео или различные новости, то обязательно подпишись на канал. Также оценивай видеоролик, лайк или дизлайк, и конечно же напиши комментарий или дополнительный вопрос, на который я обязательно отвечу. Ну а с вами был Красный Скорпион, до скорых встреч в следующем видеоролике. Пока!